люблю очень свой инструмент. И на самом деле я счастлив, что я играю на нем, что я выучился на нем. В этом сочинении нужно демонстрировать виртуозную технику. Есть также примет мультифоники. Что это такое? Играется два звука или три одновременно. Один звук играется за счет вибрации губ, второй звук исполняется за счет пения прямо в мундштук. И во время исполнения этих обоих звуков может появиться третий, а то и четвертый звуки, и появляется аккордовое созвучие. Здесь я показала внутренний мир человека, который, ну, как бы заглядывает внутрь себя и видит все какие-то изъяны, то есть какие-то красные пятна, которые у него находятся внутри. И он, ну, если так сказать, пытается от них избавиться и выйти очищенным на, как бы, на поверхность души. Поэтому называется сознание и подсознание. Концерт стал для меня открытием в части нового звучания, новых авторов, новых произведений. Очень понравился творческий эксперимент с пластическими танцами. Ну, я для себя открыла новое звучание привычных инструментов. Впечатления были потрясающие, потому что музыка, она поглощала собой, погружала в себя и заставила вспомнить даже в некоторые моменты детства, представить лето, гром, грозу. Вот именно такое четкое восприятие было.